Бизнес по оказанию ритуальных услуг за последние годы превратился в одну из самых темных и неконтролируемых сфер экономики, так считают в региональной антикоррупционной службе Талдыкургана. Компании, занимающиеся ритуальными услугами, зачастую работают в сговоре с сотрудниками моргов, полиции, скорой помощи и больниц. В частности, известны факты продажи сведений о покойниках. То есть, к примеру, нередко ритуальные службы узнают о смерти пациента лечебницы раньше, чем родные умершего, а затем принуждают принять их услуги по установленным ими ценам. Также имеются сведения о продаже земель, тогда как, согласно букве закона, участки для захоронения тел должны выдавать бесплатно. Цена на них колеблется от 25 тысяч тенге и выше. Чем ближе к Алматы, тем дороже. По данным антикоррупционщиков, в регионе официально зарегистрировали 37 ритуальных компаний. Остальные занимаются этим видом бизнеса нелегально. По их мнению, в нашей стране нужно разработать закон о похоронном деле, который бы регулировал эту сферу деятельности. Подобный закон имеется в большинстве стран мира. У нас же ритуальный бизнес никем и никак не контролируется. Необходимо, считаем, скорее всего, определить определенный госорган, чтобы конкретно, скажем, точно занимался. Эту деятельность необходимо лицензировать, чтобы мы знали и конкретно, определенно наши организации, частные предприниматели занимались этой деятельностью законно, оплачивая все соответствующие регалии и налоги.